сейчас торопиться делать добрые дела теплой рукой, пока у тебя еще теплая рука. А когда сложишь руки на груди, тогда уже поздно будет. Кто раз, какого, где найдется такой батюшка, который помолится и за твой рублевку наследует Царство Небесное? Где ты найдешь такого? Вот, не найдешь. Значит, нужно сейчас проторопиться как можно быстрее, не задерживаться. Кто знает, сколько минут, сколько дней, сколько часов осталось нам еще дышать, коптить небо. Вот я не знаю, 82 года я копчу небо, и вот еще и знаю, сегодня, может, по-моему, через какой-то большой срок. Один раз пользуюсь. Ну, вы мне здесь желали, чтобы не желаю, я вот все теряюсь. Теперь придется вам жить. Запишите все. И на Афон придется. Чего придется? И на Афон еще придется ехать. А? Теперь придется ехать на Афон. Владыка, придется на Афон теперь ехать. Владыка, можно мы поторопимся с добрыми делами? Благодарим тебя, Христе Боже наш. Но яко посреди учеников твоих пришел и спаси недояги, приди к нам и спаси нас. Я был бы счастлив, если бы каждый из вас взял по булочке или по пирожку. Нет, 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 даже не уговаривайте нас. Мы уже все. Да. Детку возьмите, да, 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 да. Кому-то.